1 марта жителям Челябинской области будут приходить новые квитанции за капремонт. Теперь счета выставляет не Почта России, как это было раньше, а Челябэнергосбыт. Компания будет рассчитывать платежи и отвечать на жалобы жителей. Раньше, чтобы пожаловаться на завышенный счет, нужно было ехать в один из 6 пунктов регионального оператора капитального ремонта. Например, для жителей Аши ближайший такой пункт находится в 200 километрах от дома в Златоусте. А абонентские отделы Челябэнергосбыта есть во всех городах Челябинской области. Там до апреля подготовят специалистов, которые смогут консультировать по вопросам капремонтов. Отмечу, что счет будет приходить на одной квитанции с суммой за электричество, просто с обратной стороны.